Во исполнении постановления о дополнительных мерах государственной поддержки животноводческой отрасли в целях внедрения современных и инновационных методов, увеличения объема и расширения ассортимента производимой продукции, посольством Узбекистана в Париже осуществляется работа по оказанию содействия фермерам республики в этом направлении. Были организованы онлайн-переговоры с крупными французскими компаниями. В ходе встречи отмечалось, что Франция занимает одно из ведущих мест в мире в сфере животноводства. Вместе с крупным рогатым скотом здесь развито разведение мелкого, в частности коз породы Альпин и Занин. В настоящее время общее количество странового стада составляет 1,3 миллиона голов. В основном мелкий рогатый скот содержится для производства молока и молочных продуктов. Французская сторона отметила, что, исходя из возможностей и потребностей Узбекистана, наиболее приспособленными к местным условиям являются породы вышеотмеченных коз. В этой связи, с учетом большей молочной продуктивности этой породы, между фермерским хозяйством Shoch Milk из Андижанской области и компанией Auro Worldwide был подписан контракт о поставке французских коз Chevrolet de France в Узбекистан. На днях французская компания отгрузила мелкий рогатый скот в количестве 600 голов. Aujourd'hui, nous exportons 600 chèvres à partir de la Vendée sur l'Uzbekistan. Моя компания в течение нескольких лет работает с животноводами из Узбекистана, который стал для нас важным направлением. Сегодня мы впервые отправляем коз в вашу республику. Мы надеемся, что данный контракт станет началом нашего долгосрочного сотрудничества для развития сферы животноводства в вашей стране. Наша ферма сотрудничает с компанией Chevrolet de France и ежегодно производит 7 тысяч коз, 80% которых реализуются во Франции и 20% экспортируются за рубеж. Мне доставляет большое удовольствие впервые отгрузить заоненских коз в Узбекистан. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с фермерами вашей страны. Кроме того, с компаниями Chevrolet de France и Auro Worldwide достигнута договоренность об оказании консультационных услуг в сфере животноводства, в частности, по содержанию, кормлению и получению максимальных выгод от заоненских и альпийских коз. Продолжение поставок коз, пород, заанин и альпин в Узбекистан, исходя из потребностей фермеров. Содействие в повышении производительности местных пород путем поставки в Узбекистан семени лучших пород крупнорогатого скота.